Добрый день. Приятно, добрый день. Приятно поздравить Олимпу со вчерашним триумфом. Таким вы получили 3 продукта года в национальной премии. Можете представить, расскажите, какие продукты получили такую высокую престижную награду? Добрый день. Наши продукты – это 2 компактные камеры, 1 влагозащищенная, ударопрочная камера ТГ-2, которая обладает на сегодняшний момент самым защищенным корпусом, без аналогов на данный момент на нашем рынке. У нее самый светосильный объектив среди влагозащищенных камер, обладает светосилой 2.0 на широком угле. То есть при подводной съемке камера может снимать практически без дополнительного освещения достаточно качественные картинки. А на какую глубину можно погружать? Ее можно погружать до 15 метров. Ударопрочность 2 метра и морозостойкость до минус 10. То есть она выдержана к низким температурам камера. То есть туристам, дайвингам? Лыжникам, дайверам. То есть для всех потребителей активного образа жизни. То есть камера не подведет, не сломается, не утонет, не разобьется. Вторая камера, можно сказать, ноу-хау компании SH50. Это камера, грубо говоря, ультразум компактный, да? В компактном маленьком корпусе камера обладает 24-кратным зумом, но при этом это впервые, когда применяется в компактных камерах технология 5-осевой стабилизации. И что это за стабилизация? То есть камера позволяет стабилизировать не как все фотоаппараты в 2 плоскостях, то есть вверх-вниз, слева-право, но она при этом позволяет компенсировать вращательные движения, то есть вокруг любой оси. То есть в какую бы сторону у вас руки не тряслись, камера все эти движения абсолютно компенсирует. При этом можно на ходу снимать видео без дополнительной шевеленки. На одной вытянутой руке можно снять на большом кратном зуме без размытия фотографии абсолютно. То есть аналогов на данный момент на нашем рынке вообще не существует. А зум оптический, цифровой? Зум оптический 24-кратный. Okay. Есть также SR-зум, то есть продвинутый электронный зум, который позволяет увеличить этот оптический зум в 2 раза без потери качества. То есть вы без потери можете увеличить 42 крата. При желании можно поставить электронный зум до 96 крат. То есть вполне небольшую картинку там для социальных сетей, для чего-то можно снимать на 96-кратном зуме. Камера уже в продаже? Камера стартует буквально вот после фотофорума. В ближайшие дни только выйдет в продажу. Про объектив. Выиграл у нас объектив. Не могу утверждать, что он там самый лучший, не самый лучший, но аналогов на систему микро 4 третьих пока у него нету. Выполнен он очень качественно, сделан из настоящего очень хорошего стекла, металлический корпус такой весомый. Фокусное расстояние у него 75 мм, и он обладает светосилой 1.8. То есть на данный момент для системных камер я могу не побояться сказать, что это самый лучший портретный объектив. В нем отсутствуют абсолютно хроматические аберрации, благодаря хорошему покрытию стекол. То есть даже на открытых диафрагмах человек может снимать, получать красивый боке и не получать при этом хроматических аберраций. То есть, он, конечно, дорогой, но за свои деньги это лучшее, что есть сейчас. Уже есть в продаже? Да, он уже есть в продаже. Можно покупать и получать, конечно, удовольствие? Да. Спасибо большое, удачи, успехов.